Привет всем! Тема этого видео – смартфоны. Отзывы покупателей. Плохие и хорошие отзывы на все телефоны из Китая. Да, конечно, всем нам интересно прочитать отзывы на тот телефон, который мы собираемся купить. Предлагаю мой метод, как и где можно найти такие честные отзывы именно от клиентов, которые уже купили этот смартфон. Будьте уверены, что эти отзывы самые честные. Итак, что мы делаем? Переходим ниже по ссылке «Мобильные телефоны». И мы попадаем на страницу AliExpress. Тут мы знаем, продаются телефоны всех брендов и можно найти по самой низкой цене. Вот почему тут много покупают. Низкая цена – это именно то, что тут привлекает самое максимальное количество покупателей. С левой стороны у нас будет колонка самых известных брендов. Если тут не показывается бренд, который нам интересует, жмем кнопку «Больше». Если здесь тоже нету, вбиваем поисковую форму название телефона, который нам интересует, и жмем кнопку «Найти». AliExpress покажет все эти телефоны, которые продаются на платформе. Например, нам интересует Xiaomi. Переходим в раздел, где продаются именно этой фирмы смартфоны. Потом отфильтруем, какой именно нам телефон интересует. Если нам нужен телефон с 4 гигабайт оперативной памятью, отметим раздел для этих смартфонов. И мы увидим все такие телефоны, которые продаются тут, в фирме Xiaomi. Что мы делаем дальше? Отсортируем по заказам, выявляем сами продаваемые такие смартфоны на AliExpress. Система отсортирует и на верхнем ряду покажет те магазины, которые больше всего продают такие телефоны. Те, которые продаются много, значит самые хорошие цены на этот товар у продавца. После этого переходим по каждой из них, который привлекает наше внимание, и читаем характеристику и отзывы покупателей на именно этот смартфон. Тут самые честные, хорошие и даже плохие отзывы именно от покупателей. Продавцу невыгодно, недовольные клиенты и стараются максимально качественно обслуживать и выполнить заказы. Вот и все, по-моему, ничего тут трудного нету. Обычно покупаемый товар доставляется в течение от 1 до 5 недель. Вот и закончился наш маленький обзорчик по теме «Смартфоны. Отзывы покупателей». Плохие и хорошие отзывы на все телефоны из Китая. И если у вас есть вопросы, пишите в комментах. Как я говорил, ссылку вы найдете внизу в описании этого видео. Ставим лайк, если что-то вам понравится в этом видео. А если не понравится, можно и дизлайк. Подписывайтесь на канал и удачи всем!